сегодня рассмотрим, как можно у фотографии заменить фон. И для этого мы будем использовать приложение PicsArt. Для начала нажимаем на плюсик и выбираем заготовленную заранее картинку. Переходим в свои фотографии. Подгрузилась наша картинка. Вторым шагом у нас будет загрузка фотографии, которую мы выбрали в качестве фона. Добавляем фото, снова попадаем в галерею. Я выбрала вот такую космическую фотографию для фона. Эту фотографию растягиваем так, как мы хотим, чтобы она была. Убираем у нее прозрачность. Подстраиваем, как мы хотим, чтобы она была на фоне. И следующий шаг, выбираем резинку наверху. Стереть. И первый раз грубо проходимся по нашей картинке. Нажимаем галочку и возвращаем прозрачность на 100%. И видим теперь, где наша фигура находится. И нам нужно все подправить, сделать все аккуратненько. Снова нажимаем стирачку или резинку. И начинаем уже аккуратненько. И можно тут настроить нам резкость самой резинки. Прозрачность пусть будет 100%. И размер, как вы видите, можно делать все очень аккуратно. Потом будем еще подправлять. Как видите, края здесь не очень аккуратные. Ну, в общем, работа такая кропотливая. Ну вот, мы всю фигурку выделили, но, как видите, края не очень аккуратные. Есть у нас вторая кнопочка «Вернуть», кисточка. И здесь мы уже можем расширить нашу картинку максимально. Здесь тоже есть настройки. Можно выбрать размер, резкость, прозрачность. Все те же настройки, что и у резинки. И аккуратненько вытираем. Здесь я видео, наверное, тоже ускорю. Вытираем тщательно нашу картинку. Увеличиваем, где нужно, уменьшаем размеры, здесь аккуратненько проходимся. И вот этими двумя настройками играемся и аккуратненько убираем. Где накосячили, там подправляем. Ну вот, в результате наших манипуляций получили такую картинку. Еще один маленький лайфхак по замене фона. Например, мы выбираем картинку. Картинка подгрузилась. Дальше выбираем фото, которое мы хотим сделать фоном. Растягиваем его. Делаем ему прозрачность. И, например, вот на этом этапе мы хотим заменить фон. Нажимаем вкладочку «Заменить». И здесь мы можем либо снова вернуться в галерею, если нажмем иконку галереи, либо выбрать фоны, которые предлагает нам сам PicsArt из своей библиотеки. Вот, например, такой, видите? Вот таким образом можно заменить фон на этапе редактирования. Второй способ поменять фон на картинке – это заранее вырезать нашу картинку, потом выбрать фон и наложить эту картинку.
Итак, нажимаем плюсик. В приложении PixArt есть своя библиотека фонов. Вот смотрите, фон, выбираем смотреть все. Здесь есть много бесплатных фонов, потом идут платные фоны. Давайте выберем вот такое розовое небо. И вторым шагом выбираем нашу уже заранее вырезанную картинку. В предыдущем уроке я рассказывала, как вырезать картинку и сделать из нее PNG. Растягиваем нашу картинку и размещаем так, как хотим. Картинка вырезана заранее. И сейчас мы с нашей картинкой проделаем еще некоторые манипуляции, потому что, как видите, на розовом фоне серый цвет не очень красиво смотрится. Для этого в панели инструментов мы выбираем настройки. И здесь мы можем регулировать яркость. Можем сделать нашу картинку поярче, чтобы лицо было не такое серое. Контрастность. Это уже по вашему желанию и по композиции смотреть. Резкость. Можно немножко добавить. Насыщенность. Можно сделать цвета поярче, и тогда розовый будет сочетаться с цветом неба. И далее пройтись по этим настройкам, посмотреть, как сделать картинку интереснее. После того, как мы все настроили, нажимаем галочку, еще раз галочку, и сохраняем ее на свой телефон. Друзья, надеюсь, видео было для вас полезным. Буду рада вашим лайкам и комментариям. Подписывайтесь на мой канал, буду рада видеть вас на своем канале.